Мы начали? Нет, просто я думаю, что ждем. Thank you.
съехали. Мы сюда не доехали. Пошли за гранью. Ребят, мы хотим сюда заглянуть. Как раз и есть. Класс? Ты сказал плац. Вот он и есть. Это и есть плац. Ну, перед ним. У меня там бутылки. Сейчас мы распакуем. Вот этот как раз и есть. Вот это большое здание такое. Это же склад, наверное. Нет, это казарма. Это не казарма, это склад. Здесь сейчас не было. Возможно. Да ты что, видишь, даже 2008-2009 год Брянск еще есть. А, еще не 14 уже. Нет, это уже все назад. Было заброшено. Мигал 2013. Нет, я имею в виду, что 8-9 год ДНБ. Здесь все были. 8-9 год, это когда они уже, наверное, выезжали отсюда. Когда они отсюда уже съезжали. Ну что, напиши вело, пошли лучше наверх. Нет, это какой-то, знаешь, гаражи, да, вот здесь вот ямы. Сегодня 12-й, по-моему, или 13-й. Это гаражи какие-то для техники. ДМБ, 7-й, 9-й год. ДМБ 2010-й. Ну, короче, это заброшено уже достаточно давно. Вот это здание на карте есть, мы теперь точно знаем, где мы находимся. И вот это все полностью полигон. Вот это все. Не было заросшее, да? Не было заросшее. На спутниковой карте, которая сделана там 3-5 лет назад, он не заросший вообще, то есть это поля. Но елки такие, видишь, как бы 5-7-летние. Да, мы здесь. Здесь ничего интересного нет на втором. Все заброшено, да? Да, все полностью. Вот, вот это здание, Володь, есть на карте. А где оно, покажи? А, ну не показывай. На спутнике. Оно самое первое. Сейчас мы поедем по пути, еще будет два или три здания похожи. Невидимка, знаешь, где мы там оставили? А все, мы пойдем. Просто вот отсюда, вот человек, вот что-то видно. Дай тебе пару фоточек слезу, я на крышу залезу. Хочешь залезть? Открой, когда ноги можешь поломать. Подожди. Она хорошо, смотри. Жас тут не видно. Лестки всякие есть там. Вот, Вань, может ты не будешь лезть туда? Краснодар. Просто есть. Вань, может ты не будешь этим заниматься? Я дорогу там получается, мы выйдем. Надо было тоже планшет взять. Ну как, даже фотки покажи какие-то. Поехали, может, по этой дороге попробуем проехать. Да, мы по этой дороге поедем, там будет еще вот по этому туда движу, да? Штангисты, кстати, самые хорошие прыжки вот отпрыгивают. Они вырыгают что-то там на длину всего. Я немножко занимался подпилом. Я могу наверх. Где наверх? Просто... Можете мне iPad подать сейчас? Сломанная немножко рука.
А что, вы вылезли? А вот сверху, может быть, что-то и видно. Вот здесь возможно сфотографировать. Встаньте вот на краешек. Вот там, что такое? Вот там пустырь какой-то. Это вот это все полигон. Там просто пусто так. Тут дорога есть. Вот эта дорога, куда идет, дайте попробуем. Она на полигон, Володь. О, я ящик вижу. Вот там. Там. Давайте сходим посмотрим. Ну, скорее всего, ну сходи. Ну, да, вот это самое. Здание. Да, это длинное здание. Сейчас по пути будет еще 2-3 таких же. Ну, не такие же, а вот мы самое последнее. Едем, конечно. Да, конечно. Что я говорю, мы слишком далеко туда уехали. Знаешь, что там еще есть возле этого палаточного этого городка? Там есть круговой типа стадион. Да. Как вы так зарезали? Вот походили. Типа кругового стадиона там есть. Ну там кадром какой-то там еще. На дерево. Я вот так вот запишу просто на видео, а потом мы сделаем скриншот. Не-не-не, надо его падающим фоткать. Ну что, паркур? Тут, в принципе, всего 5 метров высоты. И бетонные плиты. И баклажки он из-под пива. Пипец, тут вообще 5-литровое какое-то пиво. Атаковское. Багбир. Так это... Нет, таких это... Какого? Здесь военные, если раньше были, то это та же самая этажка. Можете кто-нибудь вот здесь немножко постучать, а то я туда прыгну, и провалюсь. А что ты прыгай и... В смысле? Нет, здесь бетонные плиты, ты что? Ты уверен, ты лучше спустись. Может, тебе лучше спуститься, ну, как бы, хотя бы руками? На руках повисни, да. Фух. Дилемма. Нормально, сейчас вообще. Там с дерева. А. Ну, уже да, я говорю, уже лет 5-7 это заброшено. Да, здание. Это больше заброшено. Я уже приготовился ловить. Сейчас Володь такой в прыжке, короче, в кувырке, офига, блин, как у меня рука-то разболела. Ты что, вылезайте? Давайте дальше. Сходить, там ящик. Пошли, ящик, просто сейчас еще будут такие же здания, дальше. Ух ты, черт! Черт! Ты лучше не спрыгивай, да? Подожди, своей я... ногой лучше не спрыгивай. Да. Есть салфетка? Да, я есть. Я просто на здоровье спрыгнула. Все, пойдемте. Подождите, маленькая. Интересно, как Володя. Салфетки в велосипеде. Ну пошли, пошли за ящиком, пошли. Аккуратнее тут. Ты снял, как я спрыгнул? Я не знаю, у меня все пишется, смотрю. Потом нарежем. Ну это, видишь, здесь заезжала техника, танки. А, это вот по этим, да, по рельсам. Так, я к ящику. А здесь, наверное, туалет какой-то был. Или переход. Вообще, тут залежи всякой фигни. Ну, может, было что-нибудь. Во, никому не нужны, смотри. Какие-то штучки. Флажочки, всякие номерки. А где номерки-то? Вон там 950. Еще что-то валяется. Не знаю, вот тут товарищ себе гильзы. Там он целый это. Кто-то там жил даже, походу. А, норка. Недавно, да? Ну да. Сейчас разлет наступило, выехал, да? Выехал поближе к центру. Там сейчас будет еще другие похожие, интересные. А вот тут вход даже идет. Пойдешь туда? Нафиг там лазить. Все, что интересно, тут уже нет. Остались просто их, да. Что, ты домой потащил ящик, что ли? Там есть, знаешь что, эти флажки такие на палочках.
Ну что, дальше двигаем? Дальше поедем. Ну там такие же помещения. Тут, видишь, все вынесли. Все, что можно было вынести, вынесли. Еще когда солдаты наверняка тут находились, последние. Все, что смогли оторвать. 12, 6, удачи. Штукатурка обычная, конечно. О, уже поспела? Круто. О, что-то да, херачит. Видно, нашел целый этот. Как кино, это большой стенд или как? Не хочешь клубнички, да? Я там он. Расшибает окна, что ли? Давай снимем, как окна расшибает. Пойдем как-нибудь. Ну, у нас часть в дворе, которая у меня стоит, видел, да? Ну. Она один момент ее расформировали. Ну, в детстве, где мы жили, тут я. Ну давай, бери. Ее расформировали. И мы бери как-то кирпич. С зимы до лета там столько стекла рогатками побили. Слушай, смотри, только примени. Ну. Че, будешь долбить? Да, потом. Ну, бери камень. Дай кирпич, тяжелее. Вон бутылкой. Нет. Алена, уходи отсюда. Там запчасти отпадут. Мы тут разбиваем стекла. Они взрывают, они же внутри вакуумные. Ну-ка. Может столовая. О. Я тоже хочу. Володя, не пукни. Жесть, это какой бронированный? Нет, это обычный. А ты что, не хочешь? Люди открываются. У меня нет столько энергии. Нашли стресс. Стресс. Да, последнее окно, кстати. Очередь. Роскошь, да? Возьми побольше. Как там говорит? Сила удара, точнее резкость удара. Вон насквозь. Это маленький. 5 баллов вообще. Нет, я разбил чуть-чуть. Ну, думаю, у меня есть сила кидать. Вон тут камней полно. Интересная такая выемка в земле. Квадратная. Это я. Все, устали уже. Ого. Аж застрял там. Огонь! Огонь батареи. Ну ладно, оставим другим потомкам. Да. Нам оставили одно. О, земляника! Вот, только земляника. Че? Ну давай. Ух ты! Все, расчет. Будет сейчас по-любому привал. Единственное, что смотри, конечно, я думал, что литр будет дофига. А я помню. Приедем, есть вода. Они будут еще такие. Не, не хочу. Еще такие здания. Ну, мы зайдем, позырим. Сейчас я вам следующее здание буду достану. Полегче себе сделаю.
Нет, сейчас будет по правой стороне еще такое большое. Там что это все, эти краулки, короче, и так далее. Thank you.
дороги, буквально тут вообще фигня, будет карьер. Только его тоже надо найти, потому что он немного от дороги. Такая тишина и спокойствие, да? И палатку разбивай. Здесь-то? И лагерь делай. Здесь нету ничего такого, типа водоема. Да, сейчас мы давай до карьера доедем. Надо только сейчас будет... Никто не устал? Вам без шапки-то нормально? Вы больно... Сколько? 16. 5 часов, да? Ну вот, как раз сейчас мы поедим. 2 часа до дома. А у тебя в этой каске она легкая, да? Ну, она из пенопласта, только специально. В ней дырки, в ней очень хорошо. Ты едешь, тебя обдувает, голова не потеет. Лучше, чем в кепке. Я ж в кепке ездил весь год прожил. Ну и плюс она еще это, щель, ты понимаешь, она не так держит. Ну блин, обычно подбородком. Нет, если... Ну так-то, конечно, она специально для этого и нужна. Для защиты. Вон там мишень. Последняя. Последний герой. Пейнтбольные шарики валяются. Ня. Вот тут их целая куча, короче. Они просто расплавленные слегка. Шарики? Ну это отсюда стрелять. Как это, дот, амбразура, как называется. Вот тут еще гильзы. Будешь еще гильзы собирать, тут разные, всякие хорошие. Вот тут дофига. Они еще не ржавые тут. Такие новенькие, вообще нулевые. Закончились, ты в них набиваешь серу? Нет. От калаша. Вон тут их прям россыпью. Таблички. Ну, ты дофига он тут валяется вообще. Там есть подплавленный, а в стенах хорошо. Вот, вот, где тут? Где-то. Вот около амбразуры, там много их. Я думаю, нет. Нет. Выбрось. Кого? Да нет, у меня просто, я на один наступила, мне прямо так фигануло снизу. Ну все, испортила. Да кого испортила-то? Желтый не видно будет. Кого испортила? А на что мне попало? На эту? Куртку и на кофту. Жесть. Ну и на лицо, да, попало? Блин, Володя кинулся, что у меня шариком? Нет. Чего? Ага, кстати. Ваня, лицо не смазано? Ну, немножко брызгает. Не трогай. Она не вредна.
побил? На шарик? Вон, в стену их, они лопаются об стену.